Евраз открыл в Междуреченске фотовыставку «Шахтерские династии». В экспозиции 20 фотографий, на которых запечатлены семьи горняков, гордость предприятий Распадской угольной компании. Снимки передают преемственность поколений и лучшие трудовые традиции. С семьями кузбасских шахтеров познакомилась Екатерина Борисова. Евгений Шулаков начал свою работу на шахте «Распадская» в 1983 году. С него началась династия Шулаковых, общий стаж которой уже 71 год. Сегодня они герои уникальной выставки. Благодаря проекту от Евраза увидеть семью кузбасских шахтеров из Междуреченска может каждый. У меня все абсолютно, начиная с меня, все абсолютно работают именно связано с электричеством. Все электрослесаря, все закончили учебное заведение по специальности горно-электромеханик. Только я папу переплюнула в напряжении. Он на 6 тысяч работал, а я до 100. Мы посетили эту выставку вместе с семьей. Пришли на открытие. Очень интересно было посмотреть на себя в форме, потому что в робе фотографироваться нельзя на предприятии. А теперь мы знаем, как мы выглядим. Очень даже замечательно. Во многих профессиях есть династии. Среди учителей, среди врачей. Кто-то работает всю жизнь токарем, и сыновья идут. Но шахтерские династии, они более ценны тем, что профессия-то непростая. Она, во-первых, связана с опасностью, с постоянным каким-то ожиданием. Прекрасно может быть то, что потом сыновья идут, также работают в шахте, потому что это по-настоящему такой благородный, тяжелый труд, который нужен нашему государству. Никуда мы в ближайшие годы от угля не уйдем. Мне выпала огромная честь представлять династию Титовых здесь. Хотелось бы выразить огромную благодарность Распадской угольной компании за то, что предоставила нам шанс участвовать в этой выставке. Я думаю, что если инициатива людям нравится, мы через год еще покопаемся в книгах, в архивах и сделаем такую же выставку, но уже с другими династиями, которые, как вы говорите, они есть, они внесли свой вклад. Но вот сегодня вот те, кто на слуху, те здесь начинают эту традицию, они пионеры. Авторами проекта стали фотографы Павел Маркелов и Денис Рассохин. На фотопортреты шахтерских семей можно посмотреть на площади городского выставочного зала. Екатерина Борисова, Игорь Докучаев, Новости Мой, Междуреченск.